Минск встретил, конечно, совершенно, совершенно, как всегда, скажем, я уже здесь не первый раз, замечательными объятиями любви и доброты. Энергетика Минска особенная, всегда она обволакивает. И вы знаете, сегодня я, находясь у вас в гостях, хочу пригласить вас ко мне в гости, для того, чтобы поделиться своим счастьем, своей радостью, которая для меня в жизни, ну, скажем, и цель, и смысл, это путь к Богу. А путь к Богу – это инструмент особенный, инструмент Господь мне дал – это травы. Любовь к травам, жизнь в травах. И более того, кто-то скажет: «А я не собираюсь собирать травы, а зачем мне это нужно?» Я скажу, что на нашем семинаре вы сможете удивительным образом найти каждый что-то свое обязательно. Те, кто собираются профессионально заниматься, скажем, сбором трав и приготовлением каких-то лекарственных форм, найдут свое. Кто-то собирается оздоровить себя и свою семью, найдут очень замечательные средства натуропатии, научатся каким-то приемам, которые позволят им и их семьям быть здоровыми, оздоравливаться. И, скажем, помимо всего этого, очень много интересного вас ожидает. И я смею надеяться, с Божьей помощью, много удивительных открытий. Милости просим. Спасибо.